За прошлую неделю с 25 февраля по 1 марта в городском округе зафиксировано 611 правонарушений. Среди них 10 краж, 4 факта сбыта наркотиков, 19 материалов собрано по неуплате административных штрафов в установленный законом срок, 11 мелких хищений. Не обошлось и без мошенничеств. В дежурную часть поступили 4 сообщения о правонарушениях по данной статье. В одном из случаев 23-летний нефтекамец увидел в сети ролик о том, как заработать, не выходя из дома. Он перевел 7000 рублей на счет, указанный в ролике, после чего сайт был заблокирован, а молодой человек обратился с заявлением в полицию. Второй факт. Пенсионерка нашего города решила продать гараж и выставила объявление на бесплатных сайтах объявления в интернете. Через некоторое время позвонил ей мужчина и предложил оставить предоплату за данный гараж, чтобы она его не продала другим лицам, его посмотреть, этот гараж, и потом остаток суммы выплатить ей уже при встрече. Но он попросил у нее реквизиты банковской карты. Злоумышленник завладел банковскими реквизитами и похитил денежные средства в сумме 6500 рублей. Также за минувшую неделю зафиксировано несколько случаев утери банковских карт. Сотрудники полиции обращаются к их владельцам. Сразу же заблокируйте ее. А те, кто нашел, имейте в виду, что за использование чужих денежных средств без разрешения владельца грозит уголовное наказание. Зульфия Амирова, Азат Давлечин, информационная программа «Время новостей».